Так уж сложилось, что в преддверии Нового года и Рождества в Бресте всегда происходят чудеса. Город приобретает облик сказочного, представители органов власти, бизнеса, а вместе с ними и все неравнодушные люди участвуют в марафоне добра в акции «Наши дети», еще раз доказывая, что Новый год – пора чудес и волшебства, исполнения самых заветных мечтаний. В этом убедились и учащиеся 4-й гимназии. Сегодня их посетил Дед Мороз в лице директора предприятия «Брестнештранс» и подарил 15 новых компьютеров. Мы с удовольствием откликнулись в рамках данной акции «Помощь детям», в том числе и социальной направленности нашего предприятия, социально-партнерской с Республикой Беларусь. Мы всегда рады, как говорится, помогать там, где эта помощь действительно необходима, где действительно наша помощь ценят. В рамках компьютерного класса, по-моему, 15 или 16 рабочих мест было создано для ребят, для того, чтобы они могли продвигать свои навыки как программирования, так и общего развития компьютерного. Новый компьютерный класс позволит каждому учащемуся осваивать электронные образовательные ресурсы, создавать новые программы, постигать азы компьютерной грамотности и программирования. Это сегодня доказали учащиеся 4-й гимназии, продемонстрировав свои навыки на первом уроке информатики с новыми компьютерами. Оснащение современного компьютерного класса очень важно для нашего учреждения. Это не просто компьютеры, это возможность развиваться нашим ребятам, возможность постигать азы компьютерной грамотности, азы программирования. Сейчас у наших учащихся есть все возможности для того, чтобы на современном уровне владеть компьютерной грамотой. И ребята высоко ценят этот подарок. Компьютеры и компьютерный класс планируется использовать не только на учебных занятиях, а также и на факультативных занятиях, и во внеурочное время, во время проведения оздоровительного лагеря. Поэтому компьютеры будут использоваться не только ребятами старшей возрастной группы, но и младшими школьниками. Если младшие классы еще не успели оценить подарок, то старшеклассники со 100% уверенностью говорят, это самый лучший подарок перед Новым годом, о котором можно было только мечтать, ведь компьютер с большим дисплеем, удобной клавиатурой и со всеми нужными прибамбасами – это то, что бесспорно нужно не только для хорошей, но и для качественной работы на уроках информатики. Очень крутой подарок для школы, действительно. Работа стала намного комфортнее. Уже были старые компьютеры, было работать невозможно. Вот этот компьютер здесь стоял, например, практически уже не грузил даже хром. Сейчас поставили красивые мониторы, все новое, глаза не болят, смотрится прекрасно. Вот, мощно, открывается все очень быстро. Действительно уже стало удобно и приятно работать в классе информатики. Впечатление очень хорошее, намного стало удобнее работать. И, в первую очередь из-за размера мониторов, естественно, намного удобнее стало. Ну и плюс старые компьютеры очень часто глючили, но, естественно, намного быстрее, удобнее стало. Замечательный подарок. Анастасия Мелешкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания БукТВ.